Какой ты самоуверенный. Короче, все, нас уже пятеро. Пятеро на офисе, нормально. Еще чуть-чуть. Чё за, блядь, энергия света тому паладину? Но они перетащили из лича механику, представ как у ДК. У него есть как, ну, его энергия, не помню, как она уже называется, и руны. Вот, при ударах, короче, нанесенном уроне, ты копишь энергию света. Это как типа руны. И на определенные скиллы тратить определенное их количество. Круче было. Ну, зато по мане не садись. Только когда хилить. Да и так хайтрики особо в рейдах не садятся. Да не, но если начинает прокать буря, там прям хорошо садись. Высоту тут. Я звук отключил, забыл включить это БД. Ты будешь бафать всем каски, Маша помогает бафать всем каски, три все бафают всем кулаки, а Холи Пал бафать всем P5, поднимайте лук. Бьем звезду и короче. Двух пауков надо слить. Только их точно сбивать. А у тебя нету желания прорылиться, Сад? Он не рылится в камень. Иди кокон, пожалуйста, друида. Вот именно, уже пора рылить. И целка. А чё Олег не рылит? А он не хочет, он длинный. Он тем более длинный становится. Обиделся на то? Не. Он просто не хочет целка. А мне так нравилось, как он рылит. Особенно мне нравилось, когда его клюм обрал, и он начинал объяснять, короче, как детям, как трэш бить. Дети большого. А Сарумсов нету вроде? Кого? Армсваров нету, я же надеюсь. У нас все армсы, у нас Курика даже нет. Так, серьезно, армсы? Меня тогда толку в коте будет мало. Так, Лизунья, а у тебя ШП есть? Мирога 64 пишет. Сказал, что
он там написал. Погнали. Комбат 6 серий. Тащу покруче крестов, павера, короче, чел танка, хилю с бинтами. Аки, божечка. Лиза нет тут. Блин, столько не заходило, все прям по-старому. Че, мундштука возьмешь? Мундштук? Это кто? ЧП? Прибор для курения. Что-то я его не вижу, где он. Ну что, если ты здесь, ты можешь заходить. Рыба есть, нет? Так, а что у нас лара? Есть, но а что у нас еще не все? Я потом послал. Куда лара пропал? Че, вот штук зайдешь? Слава, как ты умудрился боты с синим и красным гнездом, с синим и фиолетовым камнем не активировать свой бонус? А, так это Void Shaman. Так там желтый, наверное. Че, этот мусор зайдет? Красный, тебя... Ты просто это камни, наоборот, поставил. А, да. А, не, будет не в труле. Какой ты кадр, блин. Парк там заходишь? Не, не заметил. Я на штаны сейчас посмотрел, не заметил такого вообще. Да похер, там что ж есть ловкости. Все равно. Да что ж, есть ловкости, похер вообще. Танчил анбаф, так что не боимся ничего, блядь. Ой, лол. Каким танчил, друидом? Да, вот этим. Слушай, а как ты на Синдрине это самое не помирал? Очень просто. Она просто жесткая, как для друидов, на без этого, без бафа. Да не, это сказка. Чем она? Да паладином и пике по боку на Синдра. Да, Мишка, вы почем здесь? Чем ему хуже? Ну, он уязвим. Чем он уязвим? Объясни. Ну, чем он уязвим, чем ДК? Он к магии более уязвим, чем ДК. Особенно Фрост ДК. Ой, ты так часто видел Фрост ДК танка, да? Ну, раньше да, это сейчас нет. А вообще раньше было. А Наг не должен быть в полене, раз он в пятой пати? Кто? Я думаю, пусть лучше в полене будет, но его нахуй не понравилось. Могу. Давай могу в дерево спекнуться. А, так, надо? Вроде да. Олег же, подождите, Олег говорил, чтобы я в кота спекнулся, а Нага в бревно. Ну все тогда, спекаюсь в бревно. Да. А у тебя Бьёрн, если что, бревно есть, да? Да. Мне кажется, скоро пригодится, блядь. Ну посмотрим, надо спекнуться. Да мне кажется, даже сейчас можешь спекаться. Точно? Да без проблем. Ну я так думаю. Ну, ты РЛ, да? Потому что я по голосу не помню.
Я не ИРЛ. А, ну, решите, надо спектус. Бля, что ж, прыжки все сдохли, вы-то молчите. Ну, штук, блядь, его не взяли, офнулся куда-то, все, блядь, с концами. Ну, чё, в 3 не затащим? В 2, точнее. Ну, вот они когда вот так пишут, ой, типа, по 7 хилов, рейда Хвойда, сейчас, блядь, будут падать маги по КД, блядь, все, блядь. Сейчас в лужу зайдут, нахуй, охуеете. Ну, найдешь демона, зайду шипы. Угу, сейчас, как и тоже допишу. Найдешь БДК, зайду шипы, блядь. Я не знаю, ребят, можно на минутку пойти курнуть? И ну, давай. Окей, это ну, было. Отойди, побыстрее. Да, на минутку. Все равно надо будет тоже перезаходить на вары. Вон, иди БДК, а я шипы зайду. Там как раз спасительный ходит приз есть. Да ты вот так пишешь, просто, ну, если заранее об этом не знать, типа пусть падают их проблемы, так они будут падать, и потом рейд не успеет босса добить, и будет вайп, а это трата времени большого. ГП, блядь, не решает все проблемы. Скажите там, как рейд соберешь. Че, вот коров в вершине Утгард делает. Че там, блядь, интересно? Я вообще не понимаю, блядь. Что там можно делать, блядь? Какой в жопу шмот. Найду БДК, да, зайдешь за ШП. Да, отлично. Все, заходить. Я еще его не нашел. Так, а, мне показалось, ты зайдешь. Так ты бы зашел и все, уже бы пошли. То есть все равно надо одно тело добрать. Вон этот Элия пишет, слышишь, ШП может взять. Ну, давай, возьми ШП. А ты зайдешь, а я на ШП зайду. Ты сиди, вот уже он сейчас возьмет ШП. Я сейчас зайду за Лара, а ты сиди на своем мишке. Так, кому я там РЛ отдал? Или я никому не отдал там? Моровинду. Но я плюсану, там он мне надели, да, спать. Моровинд-то когда в Скайрим переродишься? Кому платят эти? Ты не тому ассиста дал? Дайте ассиста там. Шаману дай. Или я дай. А Макдак в нашей гильдии был, не? Эндоры он в прошлый раз ливнул с рейда. Для него КД, по-моему. Он не ливнул, он мерзавец. Мерзавец. Или ушел, или что, я не знаю. Ну, ничего не было, он нормально все сделал, рейд до конца оценился. Так, кто у нас там хил? Элия хил, да, шаман? Угу. Буду ману по возможности подкидывать или. Не по возможности, а ну. А по КД? Не, ну не прямо аж во время берсерка. Не, ну понятно. Давайте мне пати кого-то на РЛ. И самоньте меня. На вихре, спокойно. Так. Рыбу поставил. Вы знаете, что у Друлеймана реген сломан? В смысле, вот это озарение. Так, это давайте. Заебал уже этой хуйней. Бейся, разворачивайся. Давайте всем бафы, мне тоже бафы дайте. Каску, кулак. А фласку на ап можно у кого-то приобрести, может у кого-то есть лишнее. Ап. Давай чек на готовность. Так, фейкаст, ты на ком сидишь, на Локе?
У меня нет прав. Бля. А Васар, ты не можешь дать ему права? Я просто позвал. Отдай Вейду или Васаму. Да, мне тоже передать надо. Ясно, ладно. Что так, ну все готовы, погнали. Войт, иди. На него напуливайте только. Так как обычно на Симусерло. Блять, кто сидел опять на моем варе? Пять макросов купами из жопы. Ладно, пусть не бьем. А, служа, выходим. Мак, выходи, служа. Да, эмоции. Я же говорю. Тут побейте. Заливайте шипы. А, вертопал, беги. Вертопал, беги, Войт, разжимайся. Мелики, мы стоим пока. Ничего не делаем. Только бьем шипы. Все, мелики, стоим. Звездочку видите. Шипы появляются, мелики заливайте. Вот шипы появились, мелики заливайте. Попка, гимн на хп по моей команде. Кто там у нас дамажит Армагеддон? Ты что там делаешь? Заливай лучше шипы. Давай. Давайте за сын. За первый вихрь 70% сняли. Угу. Залейте шип, крылечко там шаман. В ложах не стоит. Ты не можешь забить. О. Так, Войт, я на тебя Лутецкого дам. А, ты же там. Там будем тебя ждать. Не, ладно, я сам буду раздавать лут. Там по команду уж не трошит. Добивайте босса. Копку потом поднимите. Ой. А чё вы мне не напомнили? Отказываемся без проблем. Да, отказывайтесь. Там осколки, кто забирает, можешь не видеть. Это падла меня два раза подряд на шип посадила. Главное, а что нет бутылок. Мне его вообще с шипами сняли, блядь. Я просто так просидел там на последние секунды, блядь. И нихуя. Ну ты ж ничего не сказал, значит ты был не против. Мы выслал говорить, если ДБМ показывает. Ну да. Вайда хильте, вайда, пока он коньки свои не отдал. Так, что там у нас тут сетки, Маша, Нарыча, ну Нарыча потом. Так, так, так. Давайте ступни. Надо кому? За 10% надо кому? На успех надо кому? А бесплатно надо кому? То именно боты? Ну да. Как хотите, дальше идем. Кольцо валяется, вот. Кольцо на мой надо кому? А, кинешь мне обмен. Надо подождать. Так, так, так. Давайте двух пауков. Сейчас я тебе дам кольцо. Эндора что, не с нашей гильдии? А, ясно. Поэтому почему я не вижу? А, передай здрасте, кстати, на танк.
Так, давайте хилы пока восполняйте ману. А кто там контролить будет в основном? А есть у кого еще танк аспект плюс нить? У кого есть танк аспект? То, тогда 2 ДК вы слева, картопал справа. Я буду бить слева, Серда добить справа, милики все слева бейте. Ну и пускай васап, ну может тоже бить слева. Ты запа не хочешь паралить? Да, я помню, мне это по качеству рассказывают, тому что делать. А, кидай запястье, Маша, они у тебя. У нас он еще баф делится. Ну тогда ГП тебе. Маш, кидай. Ладно, в общем, паладина сливайте свои капли, ДКшник сливайте свои пантеры. Ну, а чё, мне обязательно кинуть их надо? Рольните, кому они нужны, киньте. Зачем ты не идем? Не знаю. Аман, что тебе не хватает? Чтобы не пропало. Всё, погнали, погнали. Потом хороним тебе запястье, погнали. Мы сейчас будем сидеть, разбираться, я не хочу. Так, давайте заливаем трешак. Сейчас он появится, вот он уже вылез, и мы его заливаем. Первую на пол на Вайда дадите. Контролить не забываем, защиту от темной магии, кстати, снимите. Добавим на пол. Контроль 5 секунд. Контроль 2 секунды. 1, 0. И. Контроль. Переедал. Глядите, спалить не забываем, сейчас трешак появится. Понял. Вот, заливаем. А Пыткину дадите кулак. Рить, не забывай. 5 секунд до контроля. Да бейте мом справа. Правому блоку заливаем. Так, контроли кидаем. Бьем босса. Успеем? Я думаю, да. Бьем. Давайте. Мы успеем. И все можем. Диспел протопала. Диспел протопала. Хорошо. Давайте. Чуть-чуть осталось. Все, главное духов не ловить и заливать держак. Все. База пошла. Ой, лок, не упади, пожалуйста. Духов не ловим, держак заливаем. Держак сейчас заливаем. Васап, поднимай третью. Духи появились, смотрим, где духи. Дайте ему бафы, контроль кидаем, роги и могу. Не забейте. Духи появились, мы в зоне духа, отходим от него. За звездочкой двигайтесь, мимо, если вы не видите. Каску по себе, кто там бафов? Маша, можешь сама себе каску дать. Сейчас скоро трешак вылупится. Там всего заливать, лапа, и там впереди его духи появились, а дух отправить. Тершак заливаем. Ну, вот уже хлопнули, их закидывать. А долать каску или нет? Мне просто не показывает. У меня реги кончаются, а как что ли? А, духи появились, от духа походим. Давай каску, чё ты? Боже, нафига вы так хлопаете? Бля, ерунда, да ладно, бьем. Опять рейси упал. Духи, кайте, духов. Трешак заливаем. И духов кайте. Дай мырки, ферки, гимн на ману. Потом гимн на хп. Там дух сейчас появится. Пар зарежь. Да встань, выйди, сдохни. Эндора, дай гимн на ману. Хотя не надо давать гимн на ману. По троллям остался. Поднимите третью. Так. Кто там у нас упало? Надо кому на мейн?
На успех надо кому? Бля, Кал, долго думаешь. Я тебе потом отдам. Вердарок надо кому? Это же говно, блядь. Там даже не идет на аэродром, блядь. Я вот так отдам. Надо кому? Вот мне бы груз с принцем, наверное. Марк, ну тебе не надо? Ладно. Тебе? Я буду носить. Кольцо на мои надо кому? Тамки. Удаль. Удаль, удаль. Это же это, на хилу. Ты мне за фул или за половину отдаешь? За половину. Он еще меня дом не высветил. Я Маша кидай запястье. Тролль сейчас запы. Я типа кинул запы, давайте кидать свои роллы. Кому не надо. На черепном воле. Маша, можно вопрос, а что ты не давала каску? Так, адовый, я тебе за 10 отдам. Отстань, мне. Нет, ну это что? Просто был какой-то пиздец. Да нет, а я не знаю, почему она не давалась. Я, у меня реги кончались, я много раз нажимала, а короче, а каска не давалась. Что за диван ты забрал? А что с квестом делаем? Наконец-то. Так, получается, сколько там кольцо? 389, это значит 195. Письмо. Запа у меня, ядовый, я тебе еще сейчас это дам. Квест мы не будем делать, мы в хэме, ну нафиг. В обычке, ладно, мы сделаем. Пока вы не будете готовы к слету, пехота молота по местам. А, блядь, у меня прав нету. Войд, начисли 195 ГП Будельфу. Я забыл Олега попросить, чтобы он мне дал права. Так, и 38 ГП начисляй адовому товару. Так, возьмите адовый, кидай звезде обмен. О. Можешь сам начисляй. Сейчас, тогда я начислю. Сейчас тебе дам завтра. Ну, я думаю, там готовые ранцы взяли, можете спустить. Маша, каску дай. Так. Я наш адовый. А чё два раза-то дали? Чего там не запустили? В смысле два раза? Там кто-то начислил? Да. Вы тоже все сделал. Бля, а, ты уже начислил, тогда молодец. Там мне право уже дали. Могли бы запустить. Так, а я ранее сделал. Будем биться со смертельным врагом, Лактарагар. Ортрон, взлетаем. Мырки-фырки на 45 месяцев в ШП. Опрометчиво тёрнут. Так, вот, ну ты летишь, понятно. Будельф, ты здесь остаешься. Рога, хант на пуле. Или вот здесь накупала. Сейчас маг появится. Так, сейчас он побежит, вот он побежал. Давайте накинем и забиваем.
Не понял, а что за херня? А что случилось? А я приземлился на корабль, никого нету, все пропало. Спрыгни с корабля. Появишься на наш. И так был у вас. Прыгай, говорю, блин. Да-да, все, я тут, спасибо. Так, сейчас маг появится. Там маг он появился. Ну, летим. О, блядь, 310. Это пушки, не садитесь сейчас вообще. Сейчас мы зальем мага, улетим. Там щелкайте на единичку. Что у нас там два человека отвалилось? Фанага, Иисус Лятенька. Только не берите, подождите, дайте нам перепрыгнуть. Заранее уже прыгайте, там доты добьют. Все, заливайте. Все тут. Андрей, тебе... Ты здесь валяешься, в нашем корабле? Я тебя не вижу. Я только слятинку вижу. Да, о-о-о. Здесь, на нашем. Ну, тогда залутайте сундук. Да, оба на нас. Я же, бля, раздаю лут. Ладно, я залутаю сундук. Тю-тю-тю. ДЦ не забывай, что поспекаешься. Все, я лутаю. Так, осколок выкинул. Сортир рыбу. Так. Шея на мэй надо кому-то, можете там 40 запустить. Машулечка, тебе на зачем? Надо кому шея на мэй? Так, отдай гильдали. Но на него, Маш. Даже на хила, меткость. Еще и ГП получишь. Но, за это шея. Так. Эти завтра надо кому? Линкс. Эти пристабав инту. Рыба есть? Просто так, надо кому? Да, он поставил. Да, есть рыба, я поставил. Ты уже поставил? А, Бьерн, сейчас дам тебе. Отдай Маше, пусть будет у Маши, у нее там хреновая одет, пускай. Ну ладно. Пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Не важно, умер бы я или выжил, мой сын остался. Она мне сегодня помогала Христу в рандомах. Бафы слаб, у меня рейки закончились. Вот, хочешь, тебе покажу, как надо накопить 100% рагу с пула? Знаешь как? Сразу сотка была. Не, нихуя. Я не сорву. Просто выпало, получишь первую тычку. Да. Смотри, сейчас хуяк. Хуяк. Блять, я не смог, сука. Показали, он что-то там хотел. Ну, заберите.
похороним тебя, как хуйня, подавай, ДК 18, на гранде, рядом с матерью и предками. Помните о чести. Попал сколько? 325. Битва, никогда не отрекайтесь от нее. Да что-то слабо козырял. Он же не умеет. Вроде по развертке все нормально. Портал открыт. Что, не работает вот эта фигня, ловушка? Кто вообще не дамажит газовая камера? Ребят, есть у кого рех синий на ювелирку? Ювелирка с регом. Конечно, есть. Пожалуйста. Ну, мисс, наверное. Нет, потому что меткость. Нет, эпический. А, ой. Дорого. Сейчас. Не достаю слишком далеко. Здесь пальцы сменяешь. Есть Синчан. Я удалил. Давай трэш пройдем. Я тебе обмен кину, дашь свои запонки. Меня сейчас слышно? Привет. О. Я рассказал, я придумал, как еще можно встанет человек в наличие Заларов. Протопал, господи. Тут был еще один стан на всякий случай. Как это интересно? Просто макрос делаешь на вмешательство, чаржишься в одного человека, в союзника, потом делаешь чарж в альку. Тоже стан действует.
Нет, так сказать, сделал. Там сколько, 200 секунд? Ради минишинку купали? Я не ошибаюсь. Хороший гнев дать. Ну, так пока гнев дает, я чаржусь. Он снова лайф. Так, запускайте там ловушки. Один побежал, а справа. И второй побежал справа. Все бьем. Мне в небес. Да все съели. Поднимите его потом. Так. О, поднимайте ТЦ, на рейндж идут 4 мага, все маги выходите. А, демон. Потом Васап, давай ты выйдешь, Линкс. И. Ну, пускай гильд дали выходит. Ты перекалываешься, что ли? То 5 уже не то. У тебя 3 шипы и хан. Это уже 4. 2 совы, а не 1 сова. Ну тогда пускай выходит. Только потом уже все остальные. Тогда пускай выходит. Все, ребят. Сорян, извините. За пивасиком бегал. Успел? Да, успел. Тогда пускай выходит. Все маги, все шипешки и хан. И раз 8. И 9 у нас паладин. Одну секунду прям вот подбегаю, бля. Ебани шкаф, давай, 8 минут, фрага кончится. Кстати. Уже бегу. Фу, бля. Сука, отдышка, надо курить бросать, пацан. Да и пить тоже. Вообще ничего не говори. Тумони, Монагу. У меня 15-го свадьба, так да. Я могу пить. Извините. Блять, пьем босса. Тотемы под босса не забудьте поставить. Геру можем давать. Калку хилим. Ты можешь баллон снять? Молодец. Под жопу становитесь. Вейпкин прожмешь там панчик все. Анага, что там с тобой? Я за стенкой. Ясно. Раз протек. Понятно. Но в 3 хила зафигили. Верно хилить. Там дубовую кожу прожимай. Если кто-то близко будет стоять, я смогу закинуть фотоми. Ага, нет. Нет цели. Не канает. Колобунга, глыба, снимай с усилятин кухить, хорошо. ДК там прожмешь панцирь.
А, гимн на ХП Эндора, давай ты. Гимн на ХП дай. Васап, залей ману шамана. Дятинка, по-моему, уже юзал был бы, да? Хильте его. Хильте, хильте, хильте его, сейчас отвалит копыта. А, Васап, поднимай его. Давай захилился и беги на рейндж. Хильте Нагу. А, Нага, ладно, он там валяется. Я сам себя попробую захилить. Ну давай. Хильте Эндора. Ха, ну иди. Да, ради сложного ничего нет. Топку хильте. Добивайте, да. Не дали пить. Так. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Запы надо к кому кольчужная. Может Джипса поставить перед ухом? Потрясающе! А эти запы на Холика лучше, чем на Рыч Хранителя Тайны? Не сейчас. Нет. Наверное, нет. Это говно, так что даже не роль. Но они одинаковые там почти, по сути. Зачем на Рыч Хранителя Тайны? Да, я их ролил. Тебе надо, Шуман? Что это за наруч? Ну ладно. Нет, я около вас. Сейчас я подбегу. Ну, спасибо. Так, давай чек на готовность. Не, не стоит. Две спары в РДД зону, одну по-любому Шамана и одну Мелизон. Все. Маг, что там тебе не хватает со святим, кидайте баф. Не вообще одинаковые. Сейчас тебе отдам. Да. Кто там у нас часы за ней БП? Тенчер. Хотя эти... Это, Васап, эти кольчужные запястья ГП надо давать, не надо? Ну, не знаю. Я тоже, драга, по-моему, нет. Маша, ну ладно, погнали. Тотемы под босса, Шаман, тотемы под босса. Да, не забудь скорбегись, поставь потом. И на свою позицию. Ты у нас единственный Шаман, кстати. Смотря кому ты их отдал, так ты это по сути предбив. Ну хотя да. Ну ладно тогда. 10%. Так, адовый. Молодец. А поближе милик можно поставить к танкам? На девятом погоди. Да ты что, прям вообще жестко хочешь? Да, на девятом. Армагеддон, выносите, пожалуйста. На танке есть, выноси. Один с милика, один с милика ушел. Выноси Армагеддон. Так, группа по моей команде, те, кто так и не собирают, я скажу, куда вы будете. Чтобы не попадали. Копка, отдай гимн на Амалану. Может, ты уже команде сконкурирует. Так, Мелизон есть, он шаман есть, отлично.
все, прожимки свои отдавайте. Отдавайте, отдавайте магику. Дальше не сбегать. 3 в миле. Ничего страшного. Такое, пацаны. Идти не в зону. Пилы уже по мане сели. Пиром и дроида. Тулмана пустите. Так. Далеко земля. Надо. Всегда был моим любимчиком, как и Гниломорт. Молодец, что оставил столько газ. На кого? На мишку, что ли? Ну, кисти да? Надо, но не знаю. Так, шуман. Войт, идет эта штука на мишку. Какая? Ну вот та далекая земля. Косах. Ну кто знает. Ну верно. Конечно. Ну, значит, на БМ нормально заходят, а дальше я не знаю на кого она еще вообще идет. А ты с этим танчишь? Шаман, тебе плечи надо? Я сделаю. Так. Даю. Плечи. Так. Так. А. Так, а мой там запястье отдал? У меня шаман тебе, по-моему, я дал, да? Сейчас я не спущусь. Так. Только долго там не стойте, а то рада получится. Косотка есть. Ну кидай мне обмен калка, я тебе дам эту шею. Сейчас, секунду, я найду тут. Шею на ДД я отдал калку. На ДД я дал, что? Что, надо, тебе тоже надо шею, Маш? Ну все. Так. Сейчас я еще ГП дам. А мы еще вайпали? Что 49 из 50? На трэше. Когда это мы на трэш упали? Так, давайте пока чек на готовность. Обычки сегодня. В общем, босса не приводим, прожимки свои не отдавайте. На первом зеленом тоже. На первом зеленом тоже прожимки не отдаем, как появится два слизняка, тогда только отдавайте. Все. Все готовы, паладин, соси колбу. Колбу. Все. Бьем, прожимки не отдаем. Здесь они ни к чему. И первого зеленого ты, кстати, не замедляешь. Нет, помню. Молодец. Все, стопайте дамаг. Стопайте дамаг, милите. Кто там еще его лупит? Идите к зеленому. Вот зеленый вылазит. Мы его зальем. Не бейте босса. Вот там. По слухам пробьем. Бейте зеленого. Бьем.
Заливаем его. Пейте рейд хорошо, пейте, закидывайте. Переводите босса. Поп как первый гимн на хп по моей команде. Бейте пока босса, ждем пока выиграет цели. Все, заливаем. Здесь кордонки совет давай. Так, давай, Хопка, пойдем на хп, пой. Смена цели. Нет. А, да-да-да, блять, я не показал, что он сдох. Чуть у меня старгета выйдет. Еще я увидел, что у меня... Сейчас появятся пельмени, потом холод будет. Вот, пельмени полетели. Не ловите, пожалуйста. Второй холод появится. Так, как уже в воде. Сейчас колбы должны появиться. Вот колбы появились. Так, если моя память не ошибается, должен появиться красный или зеленый. Вот, напомню. Красный, вон он. Да, значит красный. Все. Пельмени не ловите. Вот, красный появился, дальше мы сливаем. Красного заливайте. Так, милики. Милики, сейчас колба будет. К танку сбегите, чтобы не поймать. Ой, захиливайте. Захиливайте. Выбегите, если что. Элис. Отсюда. Иди, блядь. Заливаем зеленого. Пельмени, главное, не ловить. Умереть его? Да, да, да. Так спросил, блин. Дальше уже должен всех замедлить. Так, милики полба. Танку подбегайте, пельмени не ловим. Все, стопайте дамаг. Стопайте дамаг. Ждем красного, пока милики отойдите подальше. А пока Хопка, спой гимн на ману. На ману пока спой. Васап может залить шуману-ману. Вот зеленый появился, милики, бейте зеленого. Только подождите, сейчас не бегите, пельмени не ловите. Красный. Это заливаем. Ты тоник, что ли? Ага. Тоже опять не то. Кто опять приводите босса? Бля, забыл насчет холку там. Полбы. Милики, полбы. Молодцы. Сливаем. Сейчас как вы вертель, Гер, давай сама. Мне давать. Только на одного замедления хватило. Как это, бля? Гимн на хп эндора, давай гимн на хп эндора, гимн на хп, давай. Норка теперь давай. Эх, бля, шамана, где Гера, блядь? Шаман, алё. Мерки фырки, давай гимн на хп. Смена цели красного, уходим. Дайте баб, дайте боб. Ух, так добили. Добивайте. Васап, поднимаем Муравинда. В чем стоит возле поп? Ух, там у тебя стака. Меняй его. Маша, кинешь сейчас боб, войд бисту. Сейчас слово. Ну, диван. Маша, ты поняла меня? Да. Молодец. Сейчас колбы будут, милики. Бегите сейчас к танку, забегайте. Чё там, блядь, положено? Влади, отложим. Давай ему, боб. Уже надо давать. Кидай ему. Потому что пока вот снимет, это тоже получится с ним. Ну, где боб? Да, всё, пиздец. Дали, блядь. Забирайте, нахуй, с него босс. Бля, сейчас я буду стаки пиздить. Все. Дали бы. Заберитесь, блядь. Вижу. Сука. Добивайте уже. Там 800 тонн осталось. 200, 100, 0. Идите на совет. Так. Рога, ДК, маг, друид.
Кто там из вас вышел? Ставь на поление, на нем СС. Так, держи маг. Так, последнее желание. Надо кому бесплатно? Ресните, пожалуйста. Пытаюсь. Тебя резнули уже. Да блин, лучше меня резнули, я сдохла. Ага. Луциферки тебе надо? Я тебе могу отдать, если тебе надо. Да уже не пропадает. Беги давай. Да не, сейчас средства не башься. Защитник надо кому? Я уже отдал этому шаману. Хилы. Блять, меня слышно вообще? Блять, почему она растет, эта лужа? Что за хуйня? Беги оттуда, ёбаный в рот, блядь, Форест. Подними, блядь. Рука большая. Кто там? Взрыв, стой, Скот, иди сюда. Да маны нету, подожди. Маны, я упал. Маны нет. Беги, блин, ты здесь? Сыду, подожди. За половину с кораблей? Подожди. Давайте, заебай. Без них, ладно, убьем, блядь. А я тебе их отдал, Линкс? Контроль. Я блядь, тебе что-то поделал? Как все долго. Давайте не будем умирать. Тут лужа растет. И сама три раза в ней упала. На не, ничего, на. Рука не вырастет. Так. Рука большой. Сетни на медведя кидать. Ничего. Покоритель надо кому? Да, только героический. Я тебе начислил ГП, Линкс. А где хилы-то? Сдох. Блять, я не понимаю, что ты хочешь? Линкс, ты получил за них ГП. Я тебе дал за половину. А, все, я понял. Сейчас я сниму с себя. Еще один. Не-не-не. Я ему два раза дал. Все, я сниму с ним. А нагло еще вкажет. Что? Вот еще два раза дал. Один раз дал. Не, я Линксу дал 195. А эти нарж. А эти ГП ему надо только ему и все. А ему ну, половина, правильно, 195. А хотя бы да. Блять, что ты мне дуришь мою голову, ё-моё. Здесь так. Больше еще 200 дай за то, что это правило не знаю. Нет, это уже слишком. Так, блядь. У нас мастер ГП. И на 695. Честный обмен. Так, а почему я не могу выходить? Вы там трешак чистите? Или вы ждете, пока я там что-нибудь скажу? Чистят. Молодцы. Это, Линкс, они к тебе, кстати, на ну, в общем, перебились они тебе. Мы собираем бисы, не бисы. Шаману кольчужные эти, но они не бисовые, а ханту бисовые эти наручи. Другой медведь хилит тебя. О, в осад зальёшь ману, ману. Кот тоже можешь залить холипалу ману. Кот сейчас свер друг хилит вместо второго. Вот, а вы, блядь, так зачислили, нифига себе. Ну-ка, делайте. Хилы, главное, внизу стоит, что вас не откидывают. Дай, а, всё. Ну давайте, видите там точечно большого. Там подведут. Звезду поставил, его точечно заливаем. Бой, ты на хилите эти двоих держишь или одного? Двоих. Ой, двоих хорошо. А можешь одного?
тогда медведю по-любому будет можно держать. Так, ладно. Тершак, добейте, я пойду. Но невыгодно ему келесет держать, потому что он сферы будет убивать. Хотите поехать? За что? Да. Вот по этому дураку корни это вообще вышло. Масав кинул, наверное, да? Ну то еще. Блин, Войт, нажми хватка природы, тебе первый удар, корни кинут свет, ходишь дальше. Зачем мне? Ты никогда против друидов на арене не играл. Дай-ка. Может, не остаться на принцах хили в дереве? Киньте посильнее, лейтенанта убейте, он зубам на стаке вверх. Киньте на чика, это принцип. Хилю, не ссы. А сколько? У него максимальный урон где-то 16к. Это ж стаки. Все, дайте моб на мишку кто-то. Машулька, дай бог. Она валяется, поднимайте ее. Поднимайте Машу, фулбак и дадите. Может, тогда... мне похилить тут, на принципе? Рыбу ставлю. Но у нас и так 4 кило. Так зато никто не умрет. Да, все правильно. Че я котом буду бегать, стаки собирать? Так, в общем, Хан, Тирога, вот Талдрам, это звезда, а вот Войд, это кружочек. Да, нахуй. Вот эту звезду на полете. Все, тут я все вам объяснил, Машу, Фулбаф, едайте, рыбу кушайте. Да кушайте, я тоже поем за. Глупые смертные. Думали, что... Заебись, вы запустили, ладно, я уже доел. Папа, Даля. Дайте. Ну, перестабав тебе не особо надо. Кулак дайте. У тебя есть кулак. Где? Вот тут. А, нет, нет кулака. Трися, бафни на себя кулак. Так, вихрь, внимание. Двигайте. Может... А, не, пока не надо. Пуслятинка там аккуратнее. Так, еще один игр. Бейте келесеты, РПДшники. Анага, если хочешь, можешь залить холи палу маны. Килис... Ой, килисеты, кинетику бейте. Сейчас мина цели будет. И бьем толдера, мы гер даем. Где Гера, Шаман? Ты у нас единственный, если что. Не повтори. Может быть. Кровь.
заливайся планара, там могучий вихер, так, и минус 3 человека. Ну что? А, да. Там меня аддон закрыл еще одного человека. Поднимайте их. Я как чувствовал, что надо в хиле оставаться. А толку? Не захилились. На пару больше. Та там ваншот практически был, вот вихрь. Вот, поэтому тут толку 4 килов. Ой, 5 килов я не вижу. Не, ну там еще пол рейда просило, мы успели поднять. На лане потом хоть поднимешь хила. Ой, хила, да, сову. Да. Или в кота. В кота, в кота. Пышка там. Так. Так, сейчас я добегу. А, блять, лут на мне, сука. Короче, сами там решайте. Кого вы будете контролить. Я пока у тебя скирую. Да. Вроде нету на хила. Только сначала точечно залейте мага. Потом заливайте кого хотите. И ханты напуливайте. Надо кому эта голова? Да, кому она нужна? Маша, тебе нужна эта голова? Бесплатно. Давай. Так, сейчас я тебя найду, дам тебе эту голову. Так. Все-таки на осколок. Бесплатно, вердак. Надо кому? Мне на мейн. Забирай. Это вердак не тканевый, если а, что. Да, да, я перепутал, пардон. Воятель, надо кому? Да, бесплатно. Платно. Она дезенчант. Платно себе. Да, я не вал за него дерилась по полной. Да, твой ятель нахер и не может. И так. Если манбаха танчил, то он не нужен, блядь. Чё, обкуренный, что ли? Лис шмотка. На кого? Ретрика, да, блядь? Ой, Фурика, БДК, да и Ретрика тоже, на. Не, просто ты сказал, танчил с ним, классная штука, бис, и потом первый Фурик у тебя. И БДК тоже. Да он Фурики танчил. Бейте звезду точечно, сливайте потом в кружочек. Гиз, гиз ноги, кто так может? Это на танк разве? На БДК нормально. Да БДК похуй, чем танчить там вообще. Так, спекайся в кота. Силы восполнять свою ману. Для тебя восполняй ману, или полосполняй ману. Бьёрн, на взлетке зальёшь ману шаман. Не вопрос. Сейчас холипал восполнит. Ты будешь холипал восполнять ману, или ты не хочешь? Что там, давайте речь рага кончится скоро. Ничего страшного. Я тебе потом восполню. Хрена синик жирный, орда в гильдии. Так, давайте чек. Мырки-фырки. Вот все, будет начинать. Блять, ядер кто у нас. Ну, ты молодец, конечно. Ну уже все, он слетел. Значит, я по-любому получу укус. Но должен. Нихуя.
Влад? Напоминайте по поводу крика на хп, потому что я могу забывать. Адовый выноси. И адовый, ты если что, обновляй тоже раскол, потому что я частенько забываю, и ты я вижу тоже. Я постоянно ребафлю. Так там забегайте. Давай, Мак, подумаем, кто из вас двоих не прав? Хил, который стоит в центре, чтобы всех доставать, или ты? Я да, кстати. Факт, он двигается. Меня чё, упустили? А зря. Лучше РДшек кусай, они на звёздке хотя бы дамажить могут, а я-то что буду делать, надо вынести. Мак, иди налево, вместо нового. Иди в Долоран. Кот, не забудь Салману залить ману на звёздке. Маны хватает. А НВ распоёшь гимн на ману, шаман поставишь ПТ. Становится. Маса, хочешь, я тебя укушу? Я бы отказался. Гим на хп, Эндора, дай гим на хп. Так, с пактом сбегаемся. Адовый выноси. Фактом сбегайтесь. Надо искать жертву. Я нашел. Нашу личку, что ли? Не. Я хоп, кул, все. Факт, он двигается. Добивайте. Ад твой не захилили. Бывает. Ты. Вы слышали это? Как долго я за ним ходил. Как будто кончил, блин. Ну и еще полшишечки там. Так, держи. А, воин-охотник, шаман. Не везет. Линк, садовый. Шаман. Так, кому я давал вообще-то токены за троих? Я уже не помню. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты. Так, тебе...